Окно в Европу решил прорубить кинешемский инвестор с проектом строительства логистического центра, объединяющего в себе автомобильное, железнодорожное и речное сообщение. Он обратился к губернатору. Здесь, в селе Первомайский Наволоковского поселения, уже есть порт. Отправляют и доставляют в основном зерно. После модернизации можно будет еще дерево, инертные и насыпные материалы. Сейчас инвестор, компания «Зерновой терминал Волга», занимается поставкой сырья для предприятий пищевой и пивоваренной промышленности. На территории два элеватора на 41 тысячу тонн. На данный момент являемся единственным, как бы сказать, причалом в поле деятельности нашего региона. Пока ведутся переговоры со всеми структурами, железная дорога, в основном таможенные органы, а так острых проблем пока не видим. Проект рассчитан на 150 миллионов рублей. Строительство начнется уже в 2018. До 2025 года в планах выйти на полную мощность – 500 тысяч тонн отгруженной продукции. Здесь построят складские и причальные сооружения, сооружения для хранения материалов. Порт позволит принимать суда классом «Рекоморе» и доставлять продукцию в страны Скандинавии и Запада. Особенностью нашего причала является приемка судов типа «Рекоморе» грузоподъемностью до 5000 тонн. Выгрузка на данный момент осуществляется посредством плавкрана. Но есть проблемы, которые инвестору не по карману. Для удобства необходимо построить 2 километра автодороги до порта. Приблизительная сумма – 200 миллионов рублей. Губернатор отметил, проблем не должно возникнуть благодаря вхождению в программы Фонда развития моногородов. Я думаю, что здесь нам очень плотно надо будет завязаться с Костромской областью, потому что все-таки огромные объемы леса. И для нее вот в этом районе иметь перевалочный пункт, оборудованный и железными дорогами, и портовыми площадками, тоже будет выгодно. Существенным подспорьем порт в будущем станет и для сбыта продукции, произведенной комбинатом синтетического волокна. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Кинешемский район.